На сочинском инвестфоруме губернатор Сергей Ястребов уже заключил соглашение о реализации в нашей области сразу нескольких крупных проектов. В аэропорту Тунушно построят современный грузовой терминал площадью до 15 тысяч квадратных метров. Он должен существенно добавить конкурентоспособности Ярославскому аэропорту. Также подписан договор о создании в Тутаевском промышленном парке мастер производства оборудования для малой и средней энергетики. Проект будет реализовывать одна из ведущих на этом рынке компаний. В Сочи договорились и о том, что в нашем регионе в рамках проекта по внедрению универсальных электронных карт будет построен единый центр процессинга и биллинга. Подписали мы со Сбербанком очень важный документ по внедрению на территории Ярославской области универсальной электронной карты, которая коснется всех граждан, практически будет универсальным платежным документом, минимизирующим потери, вводящим безналичный расчет во всех отраслях, связанных с социальной защитой населения, с транспортными услугами, с услугами ЖКХ, для того, чтобы люди были уверены, что их деньги придут туда, куда надо, и все необходимые субсидии, которые они должны были, будут получить, также придут в правильное время и будут использованы по назначению.